Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей 20 и 23 июня. В связи с выходом южного циклона к побережью Приморского края во второй половине ночи и днем 22 июня в южной половине края пройдут дожди с количеством до 50 мм за 12 часов и менее. Ночью 23 июня на юго-востоке края местами сохранятся сильные осадки до 30 мм за 12 часов и менее. Местами ожидаются грозы. На некоторых участках возможны кратковременные подтопления пониженных территорий ливневым и склоновым стоком. Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует населению воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. Владельцев маломерных судов следует воздержаться от выхода на морскую акваторию. Уважаемые жители и гости Приморского края, обо всех происшествиях сообщайте по телефонам 101 и 112.